Уважаемые жители города Саранска, заканчивается год литературы, я как издатель хочу, как говорят, о больном, о книгах и о чтении. Я думаю, что следующий 2016 год, он, тем не менее, тоже, как и предыдущий, прошедший, подвигнет вас к тому, чтобы вы задумались о роли чтения, о роли книги в нашей жизни. Очень важно, чтобы мы были читающей нацией, чтобы у каждого из нас на письменном столе, на прикроватной тумбочке стояли или лежали книги, чтобы у нас были хорошие собеседники. Толстой, Довлатов, Достоевский. Может быть, у каждого свой автор, но вот мне, как издателю, хочется вам пожелать, чтобы таких собеседников умных, думающих было больше. И мне бы хотелось, чтобы вы знали одну очень важную вещь. Мы читаем не для себя. Хотя, конечно, книга позволяет делать чудеса, мы можем смотреть, разговаривать с людьми, которых уже сейчас нет. Но мы читаем для своих детей и внуков, потому что семейное чтение, чтение в кругу семьи, оно очень важно. Оно позволит нашим детям, нашим потомкам быть умнее, мыслить логичнее, чем мы сами. Я убежден, что вот чтение – это такой инструмент, который структурирует мозг. Структурируйте себя, структурируйте свою жизнь, помогайте потомкам быть мудрее, умнее. И это, я еще раз повторяю, как издатель, я считаю, можно сделать с помощью чтения. Счастья вам, удачи, всего самого хорошего в 2016 году.